Знаете, с давних времен все самое дорогое всегда посвящали Господу. И вот мы сегодня поступим точно так же. И поэтому для служения священнодействия, посвящения детей, я сейчас приглашаю на эту сцену Шерепенко Владислава Сергеевича и его бабушку, сестру Елену. Под наши аплодисменты. Владиславчик еще спит. Давайте погромче поаплодируем. Возможно, он проснется. Слава Господу! Мы очень рады, что вы сегодня здесь. Рады вам, Елена, рады вам, Владислав. Дорогая церковь, давайте встанем. Сейчас будем помазывать Владика елеем и благословлять, посвящая для Господа Иисуса Христа. Дорогой Господь, мы помазываем, благословляем и посвящаем для Господа Иисуса Христа. Дорогая церковь, давайте прострем свои руки. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Огромное спасибо, что у нас могут быть дети. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, как самое дорогое, прими его сейчас под свое крыло. Благослови, сохрани, помилуй, дай ему вырасти здравым, хорошим человеком, мужем Божьим по сердцу Твоему, мой Господь. И пусть его жизненный путь всегда будет примером для многих людей. Также благослови его родных и близких. Мы его благословляем и просим для него хорошей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Господу громкую славу. Дорогие мои, сегодня у нас праздник, но ни один праздник никогда не обходился без подарков. Поэтому церковь для вас приготовила прекрасный подарок. Это свидетельство посвящения Владислава Сергеевича Господу. Владислав Сергеевич, возьми, пожалуйста. Это тебе. Это тот подарок, о котором я говорил. И, конечно же, иллюстрированная детская Библия, которую, читая вместе с ним, вы будете становиться ближе к друг другу и Господу. Мы вас благословляем. Вы можете проходить на свои места. А мы будем вам аплодировать, пока вы будете спускаться. С миром Божиим!